Долина Нила от границы с Суданом до Каира, и от Каира на север до Средиземного моря и Тадильта Нила. Север и юг. Теперь налево смотрите еще, поближе, пожалуйста. Хорус. Мужское тело с головой сокола. Где и зеленые краски, и синие краски, и белые краски. Его правая рука внизу и держит белую корону. Корона юга. Видно вам? Красная корона. Корона севера. В левой руке Бога тот. Мужское тело с головой Ибиса. И белая корона в правой руке. На правой руке Хоруса, налево. На голове Рамзеса II. Что они сложили? Двойную корону. Красная и белая вместе. Сами сохранившие краски в Карнакском храме.